Павлин Милош, давайте дружимся. Добрый вечер! Вот Павлин теперь с вами поздоровался. А, ну, перейдем к юмору, да? Что тут томить всех? Ну, давайте, друзья, я вам покажу пару миниатюр таких очень коротких. А, Руфина, бульдог, иди сюда, помоги мне, просто микрофон держать. Итак, следующая миниатюра. Очень опасный фокусник. Реально, Дэвид Копперфилд просто отдыхает. Я вас прошу, никогда в жизни не повторяйте эти фокусы. Пообещайте мне никогда. Это реально очень опасно для вашей жизни. Да! Хорошо. Нет. Ну, подержи микрофон. Не повторяйте, прошу вас. Спасибо. Итак, друзья, представьте, следующая миниатюра. Человек, который ходит по углям перед выступлением, да, должен выступать. Блин, ты на кофточку. Извините, человек, который будет выступать и ходить по горячим углям, не придет сегодня. Ну и буквально вот несколько новых шуточек я сейчас вам прочитаю. Одну секунду, вот. Да, отлично. Готовы, друзья? Да! Ну и поехали! Трехногая собака, когда писает, падает. В массовой драке среди бомжей на первый взгляд незаметно, кто пострадавший, кто потерпевший. Косоглазые птицы осенью улетают на юго-запад. Каждый китаец должен в жизни сделать три вещи. Футболку, водолазку и джемпер. Мумия Тутанхамона зашла в туалет времени Индиго и закончилась. Моя любимая. Продавец шаурмы, пеленая ребенка, по привычке добавил салат и майонез. Если бы фильм «Гардемарины вперед» снимал Нуб Сайбот из Mortal Kombat, то фильм и назывался именно так. «Гардемарины вперед, вперед, С». Сборная Казахстана привезла с Олимпиады в Сочи одну золотую и две серебряные цепочки. Десятый час, блуждая по лесу с криками «Ау, ау, ау», учитель ОБЖ понял, что преподает какую-то фигню. Спасибо, друзья! Получайте из зала.